Radhe Radhe Govinda Govinda Radhe 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 Govinda Govinda. Что я свой вопрос не могу задать, потому что не могу найти нужное место. Такой вопрос сложный. Радхе Радхичаран. Я хотела задать вопрос по Вилапаку Спанджалих, вот 44 стих, более углубленно, скорее всего, рассмотреть один момент. Вот есть там такие строки, хочу прочитать, 44 стих. Хотя на танец раз... можно, да? Сейчас я найду это место. Да, Радхичаран. А какая книга? Может, ты... Вилапаку Спанджалих. Да. Стих. Еще раз, а то западает связь. 44. 44, да. Хитших has voicing for Шри Вилапаку Спанджалих. Verse 44. In commentary one place. Какое место в комментарии? А вот там вот строчки начинаются. Хотя на танец раса собрались миллионы гопи. А можно вот меня сориентировать, где это в начале, в середине, в конце? Что в начале абзаца? Я так не найду. Где-то вот ближе к началу, чуть пониже. Вот. Там, где, например, написано «Расовать играет с величайшим расикой Кришной». Это место? Нет, хотя на танец раса собрались миллионы гопи. А, нашел. Да. И вот завершается это все, как мы можем служить таким образом, если наши сердца не соответствуют требованиям. Ага. Вот конкретно преданный должен служить фамине и в то же время погружать ее в волны соответствующих настроений. Uh-huh. Мне бы хотелось бы узнать более углубленно, что там сказано. Uh-huh. Next place, Шубриде, in commentary. It's written, Анандаса Бадж Махарадж wrote, although there are millions of gopis in the rasa dance, Калавати Рада get special attention. A sweet remembrance of this Rasa festival awakens in Tulasi's heart and she infuses that relish in Swamini's heart. One person's feelings are thus transferred to another person's heart, from heart to heart. Just as a person can have devotion infused within his heart by associating this great devotee. The devotee should serve Swamini and make her float on the ways of the proper moods at the same time. How can we serve like this unless our hearts are qualified for these things? А теперь ваш вопрос. Я просто прочитал это место. Угу. Я хотела узнать, вот, более углубленно раскрыть вот этот момент, где, как мы можем служить таким образом, если наши сердца не соответствуют этим требованиям, особенно вот этот момент. She's asking, how we can serve Shrimati Radhika in this way if we're not qualified? No, without meditation of Radhika, we will never qualify. Then we will qualify another thing. Шри Гурудев говорит, что без медитации, без милости Шримати Радхики, без медитации на нее, без ее милости, мы никогда не будем квалифицированы, никогда не будем способны. Иначе мы будем способны для чего-то другого. In Sadhana, also we have to start meditating in Radhika. И даже в стиле садаки мы должны начать медитировать так на Шримати Радхике. And I have to feel that you are my goal. И чувствовать в сердце, ты моя цель.
by meditating this way, slowly I will try to be in my sarup, to always be. Таким образом, постепенно я буду пытаться быть в своей сарупе вместе с ней. That is our Manjari sarup. Это наш Манджари сарупа. And when this coming in, then I am Atvas. When my Manjari sarup will awake, I'm hard to heart. I will infuse her. She will infuse me. И когда я буду с ней и в своей сарупе, тогда я смогу вот это вот свои накопленные переживания передать в ее сердце. То есть Расалилы переживания во время Расалилы. А она может передать свои переживания в наше сердце, именно в сварупу. Джай Кришна, could you hear Shri Gurudev's voice clear? She will not understand, you know. She infused us, and I infused to her. So this exchange can only consider the heart can happen. Вот этот вот обмен переживаниями, чувствами из сердца в сердце, от Манджари к Шмати Радике, от Радики к Манджари происходит только тогда, когда мы в своей сварупе. This is the way of moving. First, we have to fix in my spirit. This form, this picture, this is. And this way we have to start meditating. Not in the human body. И начинается все с тем, что мы сосредотачиваем свой ум, мы сосредотачиваем в медитации на Шримати Радике, что она наша с вами. То есть мы не сосредотачиваемся на том, что на человеческом образе. Вот. Потому что обычно, когда в телесном сознании, я думаю, я человек, там мужчина, женщина, и я сосредотачиваюсь на ком-то. А сосредотачиваюсь на Радике. Like a Krishna. Many gopis are there. You not think for anyone. You only think for the center, Radhika. Как, например, Кришна. Там много гопи находится в этот момент, во время танца расы. Но он думает не о них. Он сосредоточен на центральной личности, на Шримати Радике. And Manjari is, but Manjari is only knows Radhika. А Манджари знает только Радику. No meditation in Krishna, no in gopis. Она не медитирует на Кришну. Она не медитирует на гопи. So, if they are in his sarup, he sees and feels the Radhika feeling. И тогда в своей сварупе эта Манджари передает свои все чувства, которые накоплены в ее сердце, в связи с Лилой, к Шримати Радике, чтобы пробудить все чувства в ней. И наоборот. You understand? I translated Shri Gurudev. To explain it. То есть, яснее стало. This is a very deep subject. Это очень глубокая тема. We will not understand. We are in bodily identification. We will not understand without Siddhadeha. Без, Shri Gurudev говорит, что без Siddhadehi в человеческом теле, в телесном сознании, это не понять. We have to come and sit that they have to understand. Чтобы понять это, they have, we cannot understand. Чтобы понять это, мы должны прийти к свою Siddhadehu, сварупу. Садакадехи это не понять. And we are in Sadakadeha, so we search in the material world. И поскольку мы находимся в Садакадехи, мы ищем объекты в материальном мире. When we come and sit that they have, we only see the Sadakadehi. Но когда мы входим в свою Siddhadehu, у нас только один объект, Шримати Радика. Now is Radha Govinda is here, Govinda Mohini is here. Yeah, oh. Are coming. Шубрада говорит, что счастлив, что ты пришел. Да, спасибо, я тоже взаимно, Гурудев. Я не вижу, можно сделать, чтобы Гурудева видеть? He wants to see you, Гурудев. Radha Govinda, you're not coming outside. Money is coming. Ты не приходишь. Ты не приходишь по утрам. Гурудев говорит, я не могу радоваться без тебя. Без кого? Без тебя. Он говорит, ты, поскольку утром не приходишь на вилапку Суманджали, Гурудев говорит, я расстраиваюсь. А. Мы по утрам ставим вилапку Суманджали, и я пригласил, точнее, что Гурудев пригласил, просто передал приглашение в нашем чате в русском на утреннее чтение. Я готов переводить, но пока никто не приходит. Today,
Сегодня будет мой Рада Говинда отвечать на все вопросы. Да, я хотел бы добавить вот на ответ. Шрила Гурудев говорит, ты знаешь все. Слышал вопрос Премаприи. Да, я хочу вот, да, Премаприи, вы меня слышите, включите микрофон, чтобы было живое общение, да. Вы как бы вопрос задали, но дальше идет предложение моего возлюбленного, да, Ананта Дасбабаджи. Он же дает ответ. Вот я зачитываю ниже, да, вот после вашего вопроса. Мы... He is telling what Ananda's Babaji answering your question in next sentence. And now he starts to read. Yes. Да. И Ананда отвечает. Рада Чиран. Вот следующее за вопросом. Да, я вижу. Мы должны прямо при перенести эту радость. Эту радость, это знаешь, как не сами вот любовные мысли, а вот блаженство, вот эти эмоции. Ну что, да, как потрогать или как перенести радость Радхи. Jai Krishna, it's written here. In next sentence, we must transfer this joy to the heart of Mahabhava Prasnipaya. То есть this happiness, what was appeared in the heart of Manjari, then Manjari is witnessing the lila. Да, и рады. This is Manjari. He knows. He said that they are. Шугурдев говорит, да, это Манджари Бава. Он знает Сидадев. He is Рада Говинда. Потому что Рада Говинда находится в этом состоянии. Не, пусть он меня не смущает, Рада Чиран. Что ты это делаешь? Я перевожу. Да, вы поняли, уловили, да, момент, что эмоции, вот счастье, радость. А так как она любит, знаешь, как, если Рада постоянно думает о Кришне, о Мохане, то мы, если мы ее любим, мы так же все это, знаешь, мы запоминаем вот эти, знаешь, как не картины какие-то, да, рисуем, ни в коем случае, ну, какие-то эротические, а вот эмоции, их состояние вот каждой отдельной души. Вот это переносит Манджари. All these emotions of Radha will come to our heart. Also, wow. Blissful state. It, we not image, not make some pictures, but these emotions coming to our heart. Yeah, very nice, very good. Очень хорошо. Простите, пожалуйста, если. Ну, вам все понятно. Прекрасно. Да. Рады. My friend Priya is so nice. Шугурдев говорит, моя Премаприя очень хороша. Да, я тоже хотел поблагодарить. Такой изумительный вопрос. Давно у нас таких не было. А то какую-то фигню все спрашивают вообще. Рада Чиран. Я смотрел записи дубов. Да, спасибо большое. Вопрос удивительный. Рады. Еще вопросы? More questions? А что вопросы? Давайте какую-то игру зачитаем, и по ней будет это. У меня вот есть, я могу это. Можно? Рада Говинда prepared one lila, and he wants to discuss this lila. Yeah, very nice. Шугурдев согласен. Это очень хорошо. I will translate Шугурдев. Говинда Махини, Шугурдев хочет, чтобы вы перевели эту лилу. Хорошо? Только не забудьте Кришну. Давно вас не слышал. Вот это... Рада Чиран, не знаю, ты... Говинда Махини должна успеть. 58 стих Вилапа Кусуманджали.
Просто я только что приехала с поезда 3 часа назад, у меня никаких книжек, ничего перед собой нет. Ага. Давайте так вот, да, у вас память хорошая, вы на лету, я помню. Да, мы должны понять, как, знаете, я вступление такое маленькое, что это молитва, да, это молитва Рагунатхи, да, как и с вами. Рагунатхи, Вилапа Кусуманджали, букет стенаний и плач. Да, такая предыстория, чтобы вот погружаться в это состояние, да, вот его молитвы. Мы должны понимать, что он поет букет стенаний, не просто плач, не просто какая-то боль, разлука, скорбь, стенание. То есть это на пике он находится. И вот в этом состоянии он поет, молится и плачет, и видит вот некую, да, или либо кому-то он возносит молитву. In order to set some mood or some scene, to tell the verse, I want to stress that it is not just a prayer, it's his lamentation. And the title of this book is the Vilapa Kusumanjali, means the bouquet of lamentations. So it's not just the tears or prayers, it's very emotional and very heart-touching, very deep prayers of Srila Raghunatha Das Goswami. Да, и вот такая молитва, да, что поет молитва наша Тулуси Манджари, да, либо Рагунатха. Апибата Расаватя Ситхайо Матхавася Враджупати Пурамудия Рома Рома Враджанти Халита Гати Руданча Сланта сухайо накине, квачитати наянабхаям, лапсясе сламини твам раде. Перевод. Our Tulasi Manjari or Шрила Рагунатха Дас Госвами is singing. Да, то есть Рагунатха молится. Понятно, госпоже своего сердца, да, возлюбленной своей, о сламини, о госпожа, когда же? Когда же я увижу? Шрила Рагунатха is praying to his mistress, to his dear Swamini. He is praying the following way. Oh, my dear mistress, when this day will be mine, when I will see? Когда же я увижу, как ты направляешься в обиде, в обитель царя Враджа, готовить для своего влюбленного Говинды? When the day will be mine, when I will be able to see how you are going, heading to Nandishvara, to the abode of king, of Vraja, to cook. И Туласи видит, да, эта картина такая внешняя. И Туласи видит, вот прямо привет для вас, вот эмоции. Она восхищается и молит Радхику. Радость и ликование, о рада, царят в твоем сердце, неимоверно. Знаешь, как она запоминает вот это, а она летит, летит готовить для любимого. Но запоминает она вот эти слова, радость и ликование. Знаешь, как служанка пишет, вот как эмоции на своем сердце. Да, да, да. And he is not just seeing the picture, but he is painting on the canvas of his heart the emotions of Radhika. Radhika, she's very swiftly, she's heading towards her beloved's house, but her maidservant, she's feeling this great anticipation and great jubilation of her dear Swamini. So she's keeping her emotions in her heart. То есть, да, Туласи видит, Туласи, вот она, знаешь, как прямо приедет, она вот эти эмоции, знаешь, как впитывает, как губка, затем, чтобы напомнить в нужный момент радость. И вот это, она, видя радость и ликование, она говорит, радость и ликование царю в твоем сердце. Так, о рада, о сламени, что волоски я вижу стали на твоем теле. And why the maidservant, she's keeping these emotions inside her heart? Because when the moment will be proper, she will be able to give back to her Swamini these emotions. So now she's telling that, oh, Rade, I can feel and see not only great jubilation and joy
in you, but also I can see the cause of this, hair on your arms standing like needles. Да, и здесь надо остановиться. Вот на этом моменте я хочу, да, мы еще не дочитали комментарий, посмотрите молитву. Сколько здесь, как она тогда Бабаджи говорит, что мы должны плавать между вот этими, да, вот этими буквами, звуками, вот этих игр. И вот это вставшие волоски. Да, мы должны сейчас, вот, ну, на своей жизни, чтобы понять, что это, да, как бы мелочь, нюансик. Но это же у человека встает, когда сильная эмоция, страх невероятный, да, либо радость. И она видит, то есть это вот эти волоски, это эмоции, радости, ее чувства, да, воспалились. Но от чего? Она идет готовить для ее любимого. And here I want to stop. Although we have not finished the prayer and we have not touched even the word from the commentary, but I want to stop here and to stress and to stress this point. How this hair on your arms, how it stand. So we need to see ourselves when and why we have this hair standing on our arms. And it is always, often, when we are feeling great fear or great jubilation. И Туси продолжает видеть, знаешь, восхищаться, вот записывает эти эмоции, ее радости. И она говорит, походка твоя становится шаткой. То есть она, значит, как пьяная. Она опьянена еще этим, я добавлю от себя. Опьянена. Она же, знаете, как безумно летит. Радость. Туласи, she continues. She is saying that not only this hair standing on your arms shows that you are feel that your emotions are great, but also your gait becomes more slow, like drunken. И вот что же нам, да, как Ананта Дас Бабаджи комментарий, да, он сейчас нам объяснит, ну, что это, где эти ликование, радость. И он говорит в комментарии, чем больше преданный получает опыта, вот вхождение, да, вот в эту игру, в эмоции своим сердцем, тем сильнее становится его надежда. And here Srila Ananta Das Babaji, he is explaining to us that the more devotee, this person who is practicing, the more he is going deep in the emotion, the more he became, каким он становится? Чем больше он становится, тем сильнее становится его надежда. Надежда. The more the practitioner goes deep into these things, into Radhika's emotion, the more his faith becomes stronger. Когда преданный, да, в нашем случае манджа, когда преданность проявляется, да, преданность манджа проявляется в сердце, преданный чувствует себя совершенно неквалифицированным. Но в то же время он связан с сильной надеждой. Знаешь, как, ну, знаете, как Винод Бихари говорил, вот зачем мы молимся? Мы же как бы хотим чего-то, да? Вот встречи с нашим возлюбленным сердцем. The more devotee goes deeper in the practice, the more he feels that he is unqualified. But his faith becomes stronger. And like the rope, it is like becomes tightens him more and more. Да, и вот Кали Кавалари, да, Рупа Госвами, да, Говинда Махини, вот Кали Кавалари, да. Есть вот, да, в продолжении вот этого чувства, этой идеи, 24 стих. Рупа говорит, где я, падшая душа, и где эта высочайшая любовь, которая так редко достижима даже для величайших преданных. In Utkali Kavalari, Srila Rupa Goswami, in his Manjari form of Rupa Manjari, verse number 26, he is saying, where am I, the fallen soul? Where is this very exalted goal? И Рупа продолжает, тем не менее, я окрылен
Представляете, окрыленный человек, да, он знает, что это будет. Они же такие милостивы, да, радхи-то. Тем не менее, я окрылен сильной надеждой увидеть вас. And he's saying that although this doll seems like very, very far away, but I'm have very strong hope that this goal will be mine one day, and I will see you both of you. И она тогда Бабаджи говорит, да, объясняет. Он говорит, что вот эта надежда, прямо приятное чувство, да, ну не что-то мы даже такое, да. Эта надежда есть нектар и поддержка жизни. And so this hope becomes like the only thing that support the life of the practitioner. И вот эта эмоция, да, надежда, она будет сильной, да, своего, знаете, как пика наберет, только в сварупа веши, как говорит Гурудев наш. And the peak, the paramount of this hope will be only in Svarupa Vesh. It will be the highest. И Ананта Дас Бабаджи говорит, что вот эта надежда – это удивительнейшая вещь. Представляете, в большой буквы. Удивить. Знаете, как, вот, наверное, самый, да, Говинда Махини, как спичка, да, вот в пожаре. От чего исходит искра? Надежда. Надежда навстречу, ну, Рада Мохана. Да? Srila Ananta Das Babaji Maharaj is saying that this hope is really a wonder. And Radha Govinda is stressing that it's written with the capital letter. So it's really a wonder, like a match with a small light, which can cause the biggest fire. И наш возлюбленный Ананта Дас Бабаджи говорит, все можно преодолеть, если думать себе. Как служанки радхики любви. Я сделала такую картинку, цитату с этими словами. Они меня тоже просто в самое сердце. I have made the quote with this very quote. I have made the picture because I like also this quote very much. That we can overcome anything if we just think about ourselves as Radhika's maid servants. Everything is possible. Говинда, повторите еще раз это вот последнее, да, или давайте я прочитаю. Все можно преодолеть, если думать о себе, да, как говорят наши гурудевы, вся парампара, Господь Читания, если думать о себе, как о служанке радхи, любви. Джай, the best of the best. Рады. He wants once again to stress on this idea. To stress on this thing that we can overcome everything and everything is possible if we just think about ourselves as of Manjaris, of Radhika. Да, и вот для Мадхави это место. Ну, мы все такие, но особо она задавала вопросы. Сварупа Веша, продолжает Ананта Дас Бабаджи. Да, вот это вот, знаете, как пребывание, да, вот по милости Гурудева, да, в этой своей сварупе отождествлять себя с девочкой, да, служанкой Радхарани, служить ей, впитывать ее эмоции. И он говорит, Ананта Дас Бабаджи, сварупа выше нахождение там, жизнь там, как Дамодар, да, говорил, не примерять одежду, а прям вживаться в это состояние, в эти эмоции. Она сожжет сварупа выше всю нечистоту, вожделение, гнев в сердце. Такой души. It is said that when we become one with our Svarupa, become like Svarupa Vesha, that all these bad things in our heart as greed and lust and everything will be burned immediately. И приводится пример Ананта Дас Бабаджи Санатана Госвами. Он Санатана Госвами пишет Брихат Бхагаватамри. Я не способен испытывать блаженство в Кришне. Разлука с ним, вот моя жизнь, практика. And here Srila Ananta Das Babaji, he is quoting from Srila Sanatana Goswami's Brihat Bhagavatamrita, that only the feeling of separation is with my beloved, is my life, is my very life.
И говорит Ананта Дас Бабаджи, что тот, кто не испытал разлуку, он не может, да, вот с такой величайшей жажде желать встречи. А знаете, как Шридхара Свами говорил Говинда Махини, то есть Кришна или Рада нас на 100% любят, и они хотят, они ждут от нас 100% предания. Рады. Тот, кто не испытал разлуку, не может жаждать встречи. Шрила Ананта Дас Бабаджи is saying that the person, if he didn't experience the meeting, he cannot feel this the highest paramount of separation. Тот, кто продолжает Ананта Дас Бабаджи, сварупы, веши, разлука, да, ну как бы кажется, ну что нам постоянно плакать, да, постоянно гореть в этом. И он говорит, что вот эта разлука, боль, она не такая, как в телесном сознании. And also, Srila Ananta Das Babaji is saying that these pangs of separation, really great pain, is not like, it's not the same with our material pain of separation. И в этой сварупе он постоянно будет думать, такой преданный, когда же я обрету ее сварупу? In the state of consciousness, the practitioner will constantly think, when I will get this svarupa. Преданный, такой преданный продолжает. Я так сильно страдаю, что могу умереть, как рыба без воды, без моей слани. I'm feeling so much pain, and this practitioner is thinking that I'm feeling so much distress that I'm like a fish without the water, so anytime I can leave my body. Да, если он чувствует себя на пороге смерти от разлуки, да вот такой, знаете, в отношениях наших, да, вот в наших погружениях, если он доходит, вот как сейчас, да, как сейчас Рагунатха испытывает, я описываю здесь, Ананта Дас Бабаджи, преданный сидит одиноко на площади милости с вами, не получает то, чего желает. And very nicely it is said that like the devotee is sitting in the middle of the square, like marketplace of mercy of Swamini, like a beggar, and he is getting from Swamini the very thing that he desired. Да. И Ананта Дас Бабаджи утверждает, да, я тоже прям подписываюсь под этим, подобающим местом для развития вот этого чувства смерти, знаете, как дойти до порога, чтобы вот отдаться до конца. Как Шрила Прабхупада наш, запомните пример, что жаждущий, да, что чтобы воистину понять жажду, ты должен в пустыне там на месяц умирать от жажды. Тогда ты вот вожделенный, это, да, на максимуме будет жажда. And Srila Prabhupada, he used to say that to understand what is real thirst, you need to go like to the desert and to stay without the water to understand what is it, the real thirst. So you should feel the same spiritual thirst, really the same, like you are going to die, like this very, very strong thirst. Ананта Дас Бабаджи говорит, подобающим местом вот для развития вот этого чувства порога смерти является Враджадхам, Вриндаван, Мунгир Мандир, Джайгурудев. To develop such a greatest greed, we should come to Vrindavan and to Мунгир Мандир. Гурудев. And to Гурудев, of course. I like what we have to come. Sorry, Gurudev. Radha Govinda has to come. He's not coming. Radha Govinda, ты должен приехать. Почему не приезжаешь? Я подумаю над этим предложением серьезно. Think about it, he's saying. Давайте, да, дойдем, Говинда Махини, вот, да, вот этого порога смерти, вот этой эмоции. Да. Здесь говорится о Вриндаване. Разлученный, преданный. Рада Чиран, ты рядом сидишь, да? Должен это вспомнить.
Да. Здесь ученый преданный во Вриндаване, приезжая, приходя сюда, преданный плача, бродит в поисках возлюбленного божества. Вот зачем я каждый день уходил. Помнишь, вчера? А меня ругал этот Гаурат Государ с Хорватии. Ты мне бы сказал, куда ты ходишь? Скажи. Я плакал там. Радочно. Плакал. He's saying, like, let's continue to speak about this Utkanta, how it is said, up to the death, this thirst, which is like nearly the death. So it is said in the book that devotee, he is coming and he's wandering through Vrindavan and he's feeling to develop this great thirst. So Radha Govinda is saying to Radha Charan, like, do you remember when I was there in Munger Mandir every day? I used to go out and I was wandering through Vrindavan. And Gauranga Sundara, he was chastising me, like, why are you going from Munger Mandir? Why are you going out and where are you going? So he is explaining that I was trying to follow these lines and to go and to pray for this the greatest thirst. Ананта говорит, да, придя во Вриндаван, здесь разлученный, преданный, плача, бродит в поисках возлюбленного божества, Радха Мохан, Радха Говинда. Я прошу прощения, у меня просто голоса нет. So the devotee, when he is coming to Vrindavan, he is very eagerly wandering through, and he is constantly looking for his beloved Radha Govinda or Radha Mohan. Да, и вот здесь приводится пример, да, Санатаны Госвами, Гопа Кумары, да, вот это произведение его, да, его души. Когда добрался Гопа Кумар до божественной Вриндавана, он был вот в таком состоянии, описывается сейчас. Рады. So, in Брихат Бхагаватамрита, Шрила Санатана Госвами, he is telling the story of cowherd boy, Гопа Кумар, who is traveling throughout different boats from the earth up to the Galoka. And when the time came, so he came to Vraja, to divine Vraja. Yeah, и вот, да, Гопа Кумар через Санатану, да, через его талант проявляет. Он говорит: я плакал в беспокойстве дни и ночи таким жалобным голосом. Где мои Рады Говинда? And Gopa Kumar, he was telling his story, like for many, many days he was crying in very pitiful voice, in great anxiety and anticipation. Like, where are my beloved Radha and Mohan, Govinda, Radha Govinda? Да, здесь Ананта Дас Бабаджи приводит такой, знаете, чтобы вот понять, что-то такое, мы куда-то высоко поднимаемся, да, в очень, ну, такие дебри. И он приводит материальный пример, чтобы понять лучше. В материальном мире, знаете, как вот эта, да, боль от потери или от разлуки. Когда человек теряет ребенка, представляете, ребенка потеряет, или что-то дорогое ему, да, то в этом мире он также идет в уединенное место и плачет, не желая ни видеть, ни говорить ни с кем. Вот знаете, вот такая жажда у нас. Пора в Хидавинде, пора Дамохану должна на первом месте. Полная. And further, Шрила Ананта Дас Бабаджи is saying the material example of this great anticipation and anxiety and separation at the same time. For example, when parents, they are losing his child or something like someone very close. So in this state, у меня голоса нету. Рада Чаран, можешь попей, Говинда Махини, попей водички немножко.
Надо теплого, да, попить. Рада Чаран. Можете пить, пожалуйста. Давай, sorry, давай, Guru, давай. I have no voice, I cannot. И она тогда в Бабаджи здесь нет как бы строчки, да я от тебя добавлю такая вот следующая вот его мысль, его идея, да, вот таска в это в эмоции, да, в это чувство. Here it's not written. Anandas Babaji Maharaj not wrote about this, but his feelings here. I want to add this. Да, что вот от этого плача мы должны сойти с ума. Вот как... Нет, разница с Гуру Пагала. It must become mad, like mad persons. Да. И она этот Бабаджи говорит, ну то есть мы не должны бояться. Бояться. И он говорит, что во всем мире люди сходят с ума, когда у них нет денег. Да? Всем нужны деньги. Все живут ради этого. Там, весь... Anandas Babaji Maharaj is telling that he must not be afraid of it. All persons in this material world become crazy for money. И Рагунатха, да, или как мы, когда идущие по его стопам, молится, о рады. О, рада, когда же я буду испытывать подобные чувства к тебе, любить тебя? О, Радхе, when will I feel like this about you? Like people who lost child or lost money. It means very strong emotions. Рады, рады. Поверни камеру, а то я не вижу твои глаза, брат. Рады, рады. Да, когда же я буду испытывать, когда преданный обретает такое состояние. Ну, представляете, дойти до вот до вот внутри, да, внутри у нас, как вот у Рагунатхи. То есть он все ставит. Помните, Рагунатху он в конце даже проклинает, то есть мне без Радхи не нужна ни Говардхан, ни Святые Дхамы, ничего. And we must come for this state of consciousness inside of us, like Рагунат does с вами. What he did at the end, he cursed in Govardhan and Radhakunda means he saw like person like python or Radhakunda as an open mouth of tigress. Да, и здесь вот здесь проявляется, помните, надежда мы говорили в начале, да, у нас была там да такая искра. Before we are heard about hope. Да, и здесь вот просыпается в преданном надежда, да. Когда преданный обретает такое состояние, то вот эта надежда, аж надежда, что с вами уже не может быть безразлично. And now here this hope is arised in the heart. Then a devotee reached that condition. Swamini cannot stay far away anymore. Не может быть безразличным. Знаете, вот эта надежда. И я вспомню, знаете, мне приходит на дум, я от себя добавлю. Рагунатха, да, по-моему, здесь вела Пакусуманджали, там в последних стихах, он будет шантажировать. Да, вот в таком безумии, в любви, в разлуке, в это дойти до того, что шантажируют Радхи. И он, ты не можешь, знаешь, Рада Чаран, ты переводчик, ты добавишь своими словами. Он говорит, ты же хозяйка, я у тебя в гостях, я в гости зашел, зашла. Ну, типа, ты будь ты ко мне милости, что ты, появись. Вообще, что мне тут делать, что я тут сижу и плачу. Помнишь такие, да? Я в Индомахине, как шантажировать, я не знаю. Рада, рада. Как стать ультиматум? Шантаж. Ты потерял мысль, нет? Рада тебе. Нет, не потерял. Но Рати Манджари came to such state that she is put towards Шримати Радика, I don't know how to in English, ультиматум. Шантаж. Ультимат. I came to you. I'm your guest. Please come to me. I want to see you. I'm your guest. I came to you. Why you not appear? A request.
Шантаж – это blackmail, Рада Чарана. Первый раз в жизни. Blackmail. Как черная почта. Blackmail. Blackmail. She's making blackmail to Shrimati Radhika. She's threatening her. Blackmail is threatening. It means if you not do this, yeah. then I will do like this. Okay, yeah, you will not help me. I will not do this again. Never. It is blackmail. Well done. Radha Govinda explaining Rati Manjari is telling to Shrimati Radhika, means these feelings inside. Шрила Гурудев спрашивает, кто шантажирует Радику? Я говорю, Радха Говинда объясняет, что Туласи Манджари. Туласи. Это значит, как в мольбе. Вот он дошел до о чем сегодняшняя, да, вот мысль, тема, что дойти в безумии, в любви. Опять же, он, знаешь, как, он же не ради себя это просит. Да, она пришла служить. She's asking from Shrimati Radhika not for herself. She's asking for Shrimati Radhika's help. Because she's needed. Mm. It's not да, true. Да, Рада Чаран, но здесь, знаешь, как вот суть вот этой мысли, что она надеется, это вот в одном стихе там несколько было таких условий, она пыталась Радхику, и она ей говорит, Туласи говорит Радхике, ведь я же у тебя в гостях, а гостям дают подарки, будь милостив ко мне, дай мне личное сотрудничество, я хочу лично. Туласи Манджари is telling to Shrimati Radhika, because I'm your guest, usually the master who is accepting guests, giving some gift, means respecting guests. Please give me service to you. This is what that gift, what I want from you. Да, и вот в связи с этой, Рада Чаран, у меня вопрос теперь, да? Помните, там Гурудев спрашивал вопрос, вот у меня маленький вопросик. То есть должны ли мы, да, вот как вот идя по стопам Рупы Госвами, то есть вот, да, ну, как бы для нас как ориентир, да, не то, что мы должны имитировать, да, но что вот до такой степени, да, то есть жажда, смелость, вот это, знаешь, как любой ценой прийти в служанки, служить Радхике. Ну, то есть это как бы нормально, или это вот только для Туласи, как для вечного спутника, только это их прерогатива. Это же не интеллектуально. Now, Radha Govinda is asking me, he's asking, we must repeat what Tulsi Manjari did, like this, please, blackmail, ultimatum. And I'm answering, it's not intellectual things, it's things in Swarupa, in Siddha Swarupa. Это же чувство, переживание Тулуси Манджари в Сварупе. То есть, если я буду в своей Сварупе, то все чувства, что придут, они будут естественны. Все. Это же не какое-то упражнение интеллектуальное. Я не размышляю. Вот пришли эмоции, они пришли, и все. Да, давайте продолжим. Она тогда с Бабаджи такой, ну, пишет, знаете, как вот такая сложная тема, да, высокие, эмоциональные, да, вот составляющие преданного. И она тогда с Бабаджи спрашивает, ну, может возникнуть у кого-то вопрос. Вот помните сравнение? Деньги, привязанность, да, вот это самое дорогое, потеря. Осязаемые предметы, не так ли? Но Радхарани, наша с вами, она не настолько осязаема. Да, ну вот так. The question may now arise. Money and children are very tangible things. Aren't they? Means visible, very easy to touch, to reciprocate. Radharani is not such a tangible thing. Да. How can we experience her? Давай я зачитаю, да, Радхаран. И, ну, то есть продолжение такое, знаешь, как бы, ну, некие как бы сомнения. Как мы можем, да, продолжается вопрос, как мы можем развить чувство, да, вот вообще неосязаемой, как мы можем думать о ней, если мы никогда ее не видим? And to continue this thought, we will read next. How can they think of her? While we have never experienced her. Как приблизиться вот к любви, вот по-настоящему. И она тогда Бабаджи дает вот ответ, да, нашего возлюбленного. How to become close to love. And here is Ananda Swami Maharaj giving answer. Ответ таков.
вы не сможете чувствовать ее, поскольку вы думаете о себе, вы не думаете о себе, как о ее служанке, матери. The answer is, you cannot experience her because you don't think of yourself as her maidservant. Hello. Until someone is thinking about him or herself as maidservant, Shmadiradika maidservant, it's not possible. Сознание Манджари, говорит Ананта Бабаджи, да, вот наш это сейчас потерял ручку. Это сознание пробуждается, когда вы общаетесь. This type of consciousness is arising in relationship with her, in associating with her. Я перефразирую, Рада Чиран, да, на русский язык, то есть находясь в сознании Манджари, да, сознание Манджари, оно придет, если мы будем общаться с ней непосредственно. Знаете, как вот... I will explain by my own words, ministering. This type of consciousness coming, this experience coming, then we will speak with her, will relate with her in our Sarupadish. Да, то есть очень удивительно. Я немножко остановлюсь, да, вот на это последнее предложение. Это сознание, да, сознание Сварупы, по которому, да, вот о чем говорил Ананта Дас Бабаджи. Как мы можем думать о ней, если мы никогда не видим? Вы не сможете почувствовать Радхику, поскольку вы не думаете о себе, как ее служанке. Даже, то есть, здесь вот, да, заложен уже, да, Радха Тиран. То есть практика думать о Радхике. 24/7, как говорит Гуру. Да. We need to practice to think about her, how our Shubhadev is telling, 24/7. Да, и как можно знать вот эту надежду, что Радхика может быть же не сможет быть, да, безучастной ко мне или безразличной. Это сознание пробуждается, когда вы обращаетесь с ней, общаетесь, общение. Представляете, то есть это не просто сева какая-то. Надежда появляется, когда преданный в своей сварупе общается с ним. Да. And the whole ашабанда is это сварупа появляется. Сварупа has relationship with Шматринка, means speaking with her, have association with her. И таким образом, говорит Ананта Дас Бабаджи, да, те, кто, да, для нас, для садок, практикующих преданных, таким образом баджан, да, вот это баджан, погружение лила смарана, вот основная практика, да, рагануга бхакти наших махаджан, баджан с легкостью развивается. And now, what is our mahajanas explaining? In this case, bhajan will swiftly be accomplished in this way. Bhajana will swiftly be accomplished in this way. Да, и в Према-бхакти-чандрике приводится пример Ананта Дас Бабаджи, да, в молитве. Там преданный, да, поет, молится и плачет. Мое сердце наполнится радостью, когда я справлюсь с такими врагами, как вожделением, гневом, жадностью, и буду поклоняться Говинде, Рада Говинде, Рада Мохану. And in Prema Bhakti Chandrika, Ananda Babaji Maharaj quoting Prema Bhakti Chandrika, how devotees can pray, my heart will be filled with joy when I defeat my enemy, lust, anger, greed, etc. And I will easily worship Govinda. И Ананта Дас Бабаджи говорит, утверждает. Я повторю. Преданные попросили повторить. It's written in Prema Bhakti Chandrika. My heart will be filled with joy when I defeat my enemies. Means lust, anger, greed, etc. And I will easily worship Govinda. Again. Anger, etc. No, anger or lust. Lust, anger, greed, etc. Да-да. Продолжаем. И итог.
Ананта Бабаджи говорит, что тот, кто погрузился вот подобным образом, да, сварупа вэш, да, то есть все отпало, однонаправленность, да, манджари сварупа. Тот, кто погрузился в сварупу вэш, может исполнять, ну, в обычной жизни, как Говинда Махини, да, работает, мирские обязанности, но его ум всегда, да, совет нашей парампары, Гурудев, его ум всегда решителен. Решителен и тверд, так как он думает о лотосных стопах твоей возлюбленной Радхики, ну или Рада Моханы. And now is conclusion. Ananda's Baba is wrote here. A person in Swarupa Vesh may be engaged in worldly duties, but his mind is always fixed on the lotus feet of his beloved deity. Mind. Баладев хочет спросить, задать вопрос. It was written that his heart will be filled with joy when he is conquering his enemies. До этого было написано, что сердце такого преданного возрадуется, когда он победит своих врагов, таких как вожделение, гнев, жадность и так далее. Described that we should remember that we are a Manjari and that we are in the service of Radhani Sattva. А до этого было написано, что мы должны помнить, то есть говорил, что мы должны помнить, что мы Манджари Радики. Will the heart, will the enemies be destroyed before that process, or will they be destroyed by this process? То есть вот эти вот враги будут уничтожены до того, как преданный начнет думать, что он служанка Шримати Радики, или в момент, когда он так размышляет, когда он так чувствует, думает. То есть они, их необходимо победить до или в процессе? Рада Говинда, вопрос понятен? Вопрос. Да. Может быть, Гурудев ответит? Хотя у меня есть ответ. Ну, как на моем уровне. Greed of Narayan Maharaj. Greed to be a Radha Dasi will destroy all. Шрила Нараян Госвами Махарадж сказал, что жажда, духовная жажда разрушит все препятствия, все, победит всех этих врагов. We need the greed of to be a Radha Dasi. То есть мы нуждаемся в духовной жажде стать служанками Радхарани. Then what we will do? We will not do external sadhana. Тогда мы больше не будем заниматься внешней садханой. Inner purity. We will try to improve ourselves. Inner purity. Тогда будет внутренняя чистота. Мы будем стараться исправить себя, стать лучше. That greed for the material thing will change in the greed of Radhika Dasi. I want to be greedy for Radha Dasi. Тогда материальная жадность превратится в духовную жажду. Я хочу стать служанкой. Я жажду стать служанкой Шримати Радхарани. It will not go, but I will change this greed in Radha Dasi. Это не так, что жадность просто уйдет. Нет, она будет трансформирована в духовную жажду стать служанкой Радхарани. My anger net will not finish, but I will be use my anger net to disturb me for Radha Dasi. И мой гнев не исчезнет. Нет, я буду использовать против тех, кто пытается мне создать препятствия на моем пути стать служанкой Шримати Радхарани. To disturb me to come in sadhak there, then I will become angry. Because I disturb to me, then I anger. Обычно мы гневаемся в нашем в теле садаки на тех, кто беспокоит наше тело. Before was my material lust was there, would make me mad, but I will be improved spiritual lust. До этого мы сходили с ума от вожделения, но теперь это будет, то есть будет внутреннее изменение, улучшение. Go means senses, bhajan. I will increase my spiritual senses desire, spiritual senses desire,
to always in the service of my Swami Radhika. That is the my last now. Иго варна, то есть иго означает чувство, варна усиливать. Теперь мои духовные чувства будут усиливаться, жажда, духовная жажда служения с вами будет усиливаться. Это будет моим вожделением. Govardhan is the meaning of Govardhan, where the, all the pastime is happened. Govardhan means you desire your sense, improve your sense desire. What is this sense desire? Spiritual sense desire. То есть Говардан означает усиливать чувства, пробуждать чувства, означает какие чувства, духовные чувства, потому что там на Говардхане происходят все игры. I am trying to develop the Govinda, Radha Govinda Bhava. So I'm acting like this. Sorry. I am trying to explain like Radha Govinda. Я сейчас пытаюсь объяснить, как Radha Govinda. Learn from him. Explaining that how in the Bhava way. Я учусь у него, пытаюсь такое же настроение создать. I'm a student, my dear. Мой дорогой, сейчас твой ученик. I like your explanation. Мне нравится твое объяснение. I don't know Russian, but I will learn. Я не знаю русский, но я учусь. Радуйте, радуйте, я перебью. Как я могу быть вашим учителем, если я лежу у ваших стоп, Гурудев? I love you, Baba. Вот I be your teacher, if I'm just lying, it's your lotus. Holy, you are my teacher. Нет, все вы мои учителя, Шубрудев. And today we are together. Today, we are all together. This is all a sea of Mohini. My Mohini. И сегодня мы все вместе. Это все милость моей Махини, Говинда Махини. Говинда Махини bring together to us. Она всех нас собрала вместе. На. Сила пила. Она как это называется столб. For us to make together, we can sit together. Столб это то, что на чем все держится. Talk together. Так что мы можем быть вместе, можем говорить, сидеть вместе. And Radha Mohan is fulfilling her desire. Radha Govinda. And I'm blessed by that. И Radha Mohan исполняет ее желание. Я благословлен этим. Radha Mohan mercy is coming through Govinda Mohan. I realize it. И я осознал, что милость Radha Mohan приходит ко мне через Говинда Махини. Я добавлю этот, знаете, вот столб, который он говорил, держится это самое. Я Говинда Махини ее вот этот Нараяна забил ей колышек этот. Она вот чем она меня, знаешь, как Радха Чаран восхищает, что я в ней вот вижу Нараяну, вот его доброту в тебе это то же самое. Вот ученики Нараяны это прям вообще. Я столько лет десятилетиями встретиться с вами. Mentioned he compare Govinda Mohini with pillar, stamba, and what I see the qualities of Narayana Goswami Maharaj, his kindness, his mercifulness in his disciples like Govinda Mohini, Radha Charan, and others. Mahajan's mercy is happening. That we can sit together and share together. По милости Махаджанов, которая пролилась на нас, мы можем сидеть вместе и обсуждать все эти сладостные темы. Narayan Maharaj, Prabhupada. Even I feel the mercy of Jesus. Я даже не только Narayan Goswami Maharaj, Prabhupada, я даже чувствую милость Иисуса. All the merciful, who is the follower of love. They все они очень милостивы, все, кто любят, они все проливают всю милость на нас. Because we are Radha Dasi. Потому что мы Radha Dasi. We have no conflict with anyone. Мы не конфликтуем ни с кем. The God conscious people has a conflict. Те, кто находится в сознании Бога, они враждуют, они конфликтуют. But Manjari has never conflict with others Manjari. Но Манджари никогда не конфликтует с другими Манджари. Prabhupada, if he's a Manjari, he's also there
Прабхупада же тоже Манджари. Он там, вместе с Рагунатхас Госвами, в его образе Манджари. If Narayan Maharaj is Manjari also there with the Raghunathdas Goswami, Rati Manjari. И тогда и Narayan Goswami в образе Манджари там, вместе с Манджари, который в нашем мире как Рагунатхас Госвами. And who like to be Manjari, they will be sure associated. И те, кто хотят быть Манджари, будут с ними общаться. Непременно будет с ними общаться. Right. Так ведь? Hey, who? Prem Madhuri is a teacher of Russia. He teach me. А Прибхатхури обучает меня русскому языку. Very strict teacher, right? Очень строгий учитель. Очень строгий учитель. Знаете, как все русские очень сильные. Rada, Rada, Gurudev, can I share? Because yeah. I have not seen you. Yeah. Thank you for your kindness, Gurudev. And you know, I'm feeling that your mercy is flowing to me through Damodar. I don't know what you have done to him, but amazing. And I feel that I connected him with you, that he will help me to connect better you with me, to understand more my Guru Manjari and to make this connection stronger. Really, now I visited my parents for 1 month in St. Petersburg, and I visited Damodar's theater, you know, his wow. Drama place. He was not playing himself, but it was like two actors who were playing, but his drama. And you know, this drama, the name is Deep Reflection, Deep Reflection. And the image inside, it is about Mahaprabhu. Wow. And it's something unbelievable. I don't know. I was sitting and I was feeling the same as in our class about Radhika Katha and Manjari Katha. But these plays are like for general public. But the image inside, it was completely love, and this unity, and this jubilation of the heart, this connection with God through feelings. Really, his plays are about this. And I was under big, not, it was not like mind impression, but it was like something in the heart is happening when you are sitting in his dramas. So, Gurudev, I don't know, you are making something beautiful with him. And he is helping all of us. And I'm very, very grateful to you. I tell you, you are all great souls. I'm telling you, what about Damodar is one of the Rasika, I say. He's a Rasika. Yes, Shugurudev, все великие души. Что касается Damodar Prabhu, он Rasika. And Radha Govinda is Pandita. Radha Govinda, это Пандита. Манджари, литл. Гаджандар пандит, but Prem пандит. Гаджандар пандит тоже пандит, но он Према пандит, то есть он учен, он мудр в любви. Пандит означает мудрый, знающий. Radha Rupai Dhimahi, Radha Rupai. Это про Гададара пандитов в мантре говорится, что он... No, Radha Prachodaya. This is the pandit. Вот кто такой пандит? Гададар пандитай сваха. He's a pandit, a prema pandit. То есть он пандит премы. Also, Anandas Babaji's name is a Pandit, Anandas Babaji. Также наш Анандас Бабаджи, также известен как Пандит. Pandit, why? Because he is the Prema Pandit. Потому что он Prema Pandit. Утхова еще, Утхова у вас, Гурудев. Гурудев, can I share a little more?
Говинда Махини, вы не перевели свое, то, что вы рассказали про спектакль Дамодара Прабху на русский язык, преданный на русском же не услышали. I thought it was interesting what she told about Дамодара. Я сказала, что Гурудев очень много милости на меня проливает через Дамодара Прабху, потому что я не знаю, что он с ним сделал во Вриндаване такое, что очень прям... То, что вот Дамодар Прабху делает, очень связывает с Гурудевом. Я, по крайней мере, чувствую связь с Гурудевом благодаря общению с Дамодаром Прабху на более такой глубокой, такой качественной уровне, на другом. Я в Питере была на неделю, мы ездили к родителям, и я была на спектакле «Глубокое отражение Дамодара Прабху», да, как драматурга театра «Нитья». Там играли другие актеры, не он, но полное ощущение, что он Катху рассказывает. Причем Катху именно манджари настроение, вот как он это обычно делает. И пьесы эти, кажется, что они с бхакти не связаны, да, они вот не про вайшнава, все такое, но в них зашиты образы очень глубокие. Главное, сама идея именно бхакти-йоги. И вот этот спектакль «Глубокое отражение», там вообще образ Махапрабху, как девушка, да, как через нее явился свет, как она. Ну, в общем, там интересная такая сюжетная линия, которая сплетается, и очень-очень красивая сама композиция этого спектакля, повествования. Но там проявление Махапрабху, как явился свет, который, да, дарил всем любовь и показал, что Бог — это любовь, да, и что с ним нужно иметь близкие отношения любовные, лишённые вот этого дистанции, да, трепета этого. And also, Gurudev, you know, my mom, she is an orthodox Christian, and their preachers told them not to take any food from devotees of Krishna. Can you imagine? And my mom, she told me, now I will not eat what you will be cooking. But, you know, I invited her to this Damodar's play, drama, to this theater. And she told me, is it like Krishna devotees theater? I was saying, no, it was just a theater, like very good. And, you know, after this theater, she was very impressed. She was, you know, like melting. And after that, she was taking my food. So her brain stopped a little and her heart, because of Damodar's bhakti, her heart became softer and she was taking my food. I want to say with you, my desire is this. Jai Krishna Tattva Vaita Sai Guru Hai. This time Damodar coming, I will authorize him to be initiating. Okay. He can give Harinam, he can initiate. If Radha Govinda comes, I will authorize him to do that. These two are Russian, they have to do that. If not, they will become more Badi Bhakta. They have to make Rasika. If there is no Rasika, Govinda Mohini, you do the best job. You coordinate everyone. And their Rasika will not preach it. And have to the others, it will be confusion only. Mahaprabhu comes for this. Mahaprabhu not come to confuse us. Understand? So we are so lucky. We born in the time of Chaitanya. We have to use this time. Yeah. You see? How are you? Что Гурудев сейчас сказал, что эти два вайшнава, Дамодар Прабху, Рада Говинда, когда они приедут, я хочу их уполномочить, быть духовными учителями в России, давать посвящение. Потому что если эти два расика не будут проповедовать, то бхакта останутся в айди бхактами. Но вообще-то я вспоминаю, что Шри Гурудев уже это говорил. И Рада Говинди говорил при мне, и Дамодар Прабху говорил при мне об этом, чтобы они давали посвящение. Yeah. Это очень важно. Today I see you,
you are before was baby, now you feel like a very mature Govinda, Mohini. Today you look very motherly. Говинда Мохини, до этого ты была как ребенок, но сейчас я вижу, что ты тоже стала зрелой личностью. Before I only see you like a baby. До этого я смотрел на тебя как на ребенка. Now your behavior changed. You're really now teacher. Сейчас я вижу твое поведение, но как поведение учителя. Good, happy. Я счастлив. Gurudev, I want to come to you that I become a little crazy and spend all my credit card to buy all these crazy expensive tickets because really I felt some urge to come to see you. So I'm very eager. I don't know who am I. I want to stay like your baby, really, to be under your umbrella. But I want to see you like face to face, Gurudev, really. I'm missing so much. Yeah. Prema Mata is also coming. Prema Priya? Prema Priya. Prema Priya. Really? When? Prema Priya. Вы поедете? When you coming? Когда вы поедете? Я буду во Вриндаване 19 сентября. Вот мы все там соберемся. Отлично. Да, я во Вриндаване буду 3 недели. Целых 3 недели. Да. Отлично, супер. Германия, но этого все равно, но этого все равно мало. Это все равно мало. Лучше, чем ничего. I feel that it's not enough for me, but это точно. When you coming? Whom you asking? Что будет? When the money? When you coming? I'm coming 15th of September up to 30th of September. So it's like 2 weeks only. We will have vacation in school. Radhasmi is also coming. Who? Radhasmi, 23rd. And my birthday will be 20. Yes, yes. It's a great time. Radhasmi. And you also. Jai Gurudev. Great time. Great time. So we will be all together, Russians. Can you imagine, Gurudev, how many of us? Yeah. And Japanese also many coming. Поэтому забронируйте места, кто еще не забронировал, потому что японских времени будет никто не подумать. All our Yes, I have already booked. Арка будет закрыт на прием новых гостей, потому что будет полно тут народу. Да, целых 10 rooms more making dormitory. Тут Шугурдев показал мне по новые 10 комнат сделали, простые комнаты, но так иначе еще 10 комнат на втором этаже. Еще никогда не было такого. She's telling never before was so many Russians together. Actually not so many, but before not so many. No. Радочаран, давайте это, я предлагаю напоследок, да, один абзац, давайте дочитаю я это, как итог вот это. Pinda wants Может? To nice one paragraph. Wow, very good. Да-да, очень хорошо. Да, то есть помните, молитва была, сейчас я отверну, когда же я увижу, как ты, да, когда, как ты идешь готовить, надеюсь. Последнее, что я помню, это сосредоточенность на лотосных стопах возлюбленного божества. Дальше от Шриман Махапрабху. Радочаран, это я читал вот как бы стих напоминания, да, о чем шла речь. И вот в комментарии, ну, это будет середина где-то. Знаешь, как это? Что идут годы, Рада идет, все гопи идут готовить, отправляются в путь к Кундалате. Все гопи отправляются в путь к Кундалате. For this reason, Mother Yashoda also always remember one election. Не, ниже. My man.
for Krishna through agents here to come. То есть то, что Кундалата приглашает ее ниже еще, да? Да, да. Они отправляются в путь. Все гопи отправляются в Кундалаты. Словно скопление лун. To bring radical condition, Кундалата obtains, то есть Кундалата получает разрешение от мамы Джатилы, чтобы перевести радику в Нандишвар с этого места. Еще ниже. А, все гопи, вот это вот, покрывают свои головы, их Ну давайте, я говорю, давайте вернемся вот в состояние. Представляете, да, матушки, дедушки, бабушки, кинкари, манджари. Ну да, то есть Рада идет в гопи. Вот сейчас нам опишет нам она это состояние. Их настроение любви. Now we must try to return to this, to be absorbed again, return to this lila. Then Radha and Radha surrounded by gopis, they go into Nandishwar. Вот это наша Свамини, королева, да, вот эта красавица с такими же подружками красавицами, вот этот караван. И Queen, she is a most beautiful one and surrounded by the very beautiful also her girlfriends, very beautiful. Да. И пока они идут, знаете, вот как бы по деревне мужа, да, ну по сути дела, в Явати, они покрывают свои головы в Аавине. Знаете, как в Индии я в Джайпуре видел, они прям там лица не видно, то есть до сих пор ходят, они скрывают, да, свою красоту, они несут ее для Кришны, для Моха. And then they just starting they travel. They now in Yavat. They gone through Yavat. This is some village where Shrimati Radhika is stay living in the house of her husband. In this moment, they had discovered by the whale. Да. Но за пределами, представляете, матушки, погрузитесь. Да, вот бежит Рада своему возлюбленному. То есть ее отпустили. И только они вот вбегают, знаете, в рощицу, по дороге, они срывают вуаль. Они начинают лететь, знаешь, поэтому они срываются, они бегут. And just they cross the border of the village, and they coming inside of the grove forest, they took out the veils, and they start walk very slowly, they run. И тогда Туласи обращается к Рафике. О, с вами. And how Туласи address Радарани here, с вами. Ты так удивительно, чарующий, ты идешь готовить для Праданапхи. И я вижу, что ты переполнилась экстазом. Знаете, вот этими эмоциями любви, Махабхавы. Экстазом. You're going to cook for you, Prananatha, and you look so beautiful in this moment. Да. И вот сердце Туласи, да, чем отличает Манджари? Они постоянно беспокоятся о Радхе. И следующее, да, вот. What is the mood of Tulsi as Manjari? She always worrying about Radha. Наша Туласи, видя вот такую Радхику, знаете, они срывают накидки, да, я думаю, они слетают у них, потому что они начинают лететь туда. And what she sees, she sees how Shrimati Radhika, she's starting to not just run, fly, and with coming air, take away the veil. Наша Туласи Манджари, она, знаете, обращаясь к Радхике, она говорит, что ты ведь иногда можешь остановиться или споткнуться. Радхика, о, с вами. Я вижу и понимаю, и чувствую, я добавил. And Tulsi Manjari in this moment is telling, addressing to Shrimati Radhika, you in this moment, when you're starting to run, you can, how to say, step in such a way, what it will be painful for you. Да, здесь, я думаю, знаете, такой секрет. Неоднозначное предложение вставляет, да, вот такую краску добавляет Ананта Дасбабаджи от лица, да, Туласи.
Туласи говорит Сламине, обращается. О, Рада, о, Сламине, вуаль твоего ума, по твоей милости сброшена передо мной, и ничто не And now, Ananda is revealing the mood of Manjari in form of Tulsi's Manjari's words. She is telling to Srimati Radhika, she is expressing, the veil of your mind will be open for me, and nothing will remain hidden. Бабаджи говорит, вот финальная точка. Это необходимо. Необходимо понять для нас, для садака преданных, понять с помощью только ачарьев Рагануга Бхакти. Понять с помощью? Ачарьев Рагануга Бхакти. Ачарьев Рагануга Бхакти. And now is conclusion, Анандас Дамаджи Махарадж is written, what we, this is what we need to understand by the help of ачарьев of Рагануга Бхакти. И она тогда, Бабаджи, продолжает, дорогие вайшнавы, только посмотрите, да, вот эмоции, да, то, что сейчас мы выше, да, прослышали, прочувствовали, только посмотрите, как искренние преданные. А, сейчас. Где ты читаешь, потому что я понимаю, что как-то не строчка. Вуаль, ума сброшена, вот ниже вот от того, что мы начали. Ага. This must be understood through the mind of Acharya. Только посмотрите, как искренние преданные тверды и однонаправленные в пометовании этих трансцендентных влечений, эмоций, радости. Just see once how the sincere devotees are fixed in remembering these transcendental lilas. Чем больше они, я от себя два слова добавлю, Радачаран, чем больше они, да, погружаются вот в баджан, вот в эту севу, да, они вспоминают, знаешь, как становится, очень утончается вот их, да, вот эта однонаправленность, утончается. И они вспоминают каждый. More subtle they feelings, the more experience, more subtly what they see. Да, и вот из-за этой однонаправленности, да, вот которую мне Гурудев, я помню, обещал и дал мне милости. Вот, знаешь, как, очень нюансы, они подмечают мельчайшие, знаешь, вот оттенки настроения радхи, мельчайшие. In this moment, they can catch very small, finest changes of the mood of Srimati Radhika. Они вспоминают каждую часть, каждый миллиметр вот этого, значит, вот этой летящей, как она видит наша Туласи, да, как она летит. And they remember it each second, each moment of that. How Srimati Radhika is flying towards Nandishwar. Да, и вот такая строчка для Према Прии. Вначале у нее был вопрос. Анантадас Бабаджи говорит, вот чтобы, да, погрузиться, вот проникнуться в Манджари Сварупой, необходимо понимать нам, как Кинкари, все ее намеки и жесты без слов. Без слов. Радхики. And now is to answer the question of Prem Priya, I want to stress, I want to, how to say, emphasize what Sanandas Babaji Maharaj is telling. А где это предложение? Это все по порядку, я так и иду. Uh-huh. Ну там через одно я перескочил. Ну вот, а я-то ж... Они вспоминают... Want to become qualified to experience this in the heart. Yep. Я прочитал вот это предложение, что мы также должны стать способными испытать это в своем сердце. Но это следующее, да. Это... До этого счастье с вами пробуждается в сердце Кинкари. They... Вот, да, давай я зачитаю на русском. Счастье с вами
представляете, радость. Вернемся, тут я немножко сбил это поисками. Они вспоминают капельку, вот каждый миллиметр тела и каждую капельку, когда Радхи покрылась испариной. Представляете, какие нюансы? Манджари is, devotee is in the mood of Manjari, remembering all moment of this Radha who is flying to Nandishwar, and every small drop of perspiration on her face, on her body, in this moment. Да, и вот строка такая: счастье с вами, оно пробудится в сердце такой кинкари, да, либо кандидатки, нас как кандидатки в кинкари в Манджари, когда с вами, когда кинкари будет знать, что с вами ее счастливо. С вами happiness will arise in the heart of kinkari. The kinkari knows when your swamini is happy. Not only kinkari, but who is a candidate for kinkari, who is thinking about himself as a kinkari. И она тогда, Бабаджи, говорит, что мы, как практикующие преданные, да, и идущие путем наших ачарьев, мы также желаем обрести квалификацию, испытать это счастье в сердце. Мы должны жаждать, вот эта жажда туда должна быть направлена. And we also want to become qualified to experience this in the heart. Итак, говоря русским языком, Ананта Дас Бабаджи, да, необходимо просто понимать. Представляете, как, насколько быть, да, вот надо развить вот это общение с Ишвари, да, вот в баджане, вот в этой практике, в погружении в игру, что необходимо понимать все ее намеки. Знаете, это же намеки, да? Вот она живет и дышит ради Говинды, ради Мохана. Все ее намеки, жесты, которые Ишвара делает иногда взглядами, а иногда словами. As a conclusion, with me, that sadhaka must realize all these subtle changes of feelings of Shrimati Radhika, of your gestures, of your glance, of your words, but all these for the Говинда. Да, и она тогда Бабаджи такой итог подводит, что то есть для практикующих это невозможно, пока мы не оставим все другие желания до единого, другие желания, и не погрузимся лишь только в лотосные стопы нашей сламеннейшей Мати Радхи. Only Рады-Рады. It's not possible without giving up all desires other than the lotus feet of Shri Radha. Совет для нас, для практикующих. Знаете, как нам поставили ориентиры, да, вот чем мне нравится Ананта Дас Бабаджи, да, такой, он дает ориентиры, и потом, как же туда дойти? И совет для преданных необходимо для нас, вот для всех, здесь ныне присутствующих, необходимо всегда хотеть вот это желание, жажда погрузить в ум, хотя бы на уме, в океан блаженства, любви, чувств, эмоций, радости. And one should always desire to absorb one's mind in the ocean of blissful love of Shri Radha. Да, и во Вриндаване Махимамрите, да, еще одна наша тула, Гуру Деви, говорит: в прошлом, настоящем и будущем у кинкари, у манджари нет иного желания, кроме служения лотосным стопам Шри Радхи. And one more Manjari is telling in Vrindavan Mahimamrita. In past, present or future, the kinkaris have no other desire than to serve Shri Radha's lotus feet. They are always immersed in the shoreless ocean of blissful love for Shri Radha. Они всегда погружены в бескрайний. Представляете, манджари. Погружены вот этот океан. Помните, Шишрадха Субханитхи. Представляете? Вот океан. Они всегда погружены в бескрайний океан блаженной любви Шишрадхи. This ocean, Shri Radha Rasa Sunanidhi, without shores, without end. And they always absorb in this ocean. Так, как наш Гуру Дев, Абу Махарад, 24/7. 24/7.
Я могу читать, есть у нас время, Радхачаран. Дальше. Закончим. Вы меня не останавливаете. Я не могу остановить. Все идет у нас. А? Время, да? Да. Рады, рады. Спасибо большое, Рады Гринджи. Спасибо всем преданным. Thanks to all devotees. Рады, рады. Рады, рады. Рады, рады. Спасибо большое. Тебе, Радхачаран, за перевод, за твои усилия. Гурудеву. Также и за рассказ, за перевод. Да, Говинда Махини, Према Прия, Мадхави, Джая Кришна, Капината, Горан Хари, Рады, Рады. Према Прия, как ты не собираешься приехать? Собираюсь тебя пригласить. А ты сказал, подумаешь. Ну да. Jai Ho Gurudev, thank you, Baba. I love you, Baba. Next time, Prem Madhuri has the food. Еще раз Prem Madhuri спросили вопрос. Пропал у нас до Индии. Да, Мадхуи? Ну, спасибо большое, да, я скажу, что это... Аригато гозаима. Рады, рады. Рады, рады. Я еще рады. Да, спасибо прям за ваш вопрос. Слушайте, такие-то... Как вы глубоко копаете, мне прям душу погрели вопросом своим. Спасибо большое. Рады, рады. Ну, у вас прояснилось, да, вот ответ, да, вот мы вот сегодняшнюю игру читали, да, много было вот ответов. Ну, ответы уже есть, но хочется глубже туда проникнуть. Проникайте, проникайте. Знаете как, я Гурудеву, вот он отключился, пока не слышит, я вам по секрету дошепчу. Я его спрашиваю, вот его личный опыт, ну как ты, вот, знаешь, праная, вот что такое праная? Вот когда они одно, это что? Он говорит, а он мне, знаешь, как отвечает? Вот тебе еще по-божески, он мне говорил, личный опыт, баджа, вот сходи, посмотри в эту картину, погрузи туда, доплачься так, чтобы ты прямо увидел. И вот тогда вот будут те ответы. Да. Представляешь? Ну да. Это прям сильно круто. Ну и вот сегодня, да, вот откровение Гурудева прям удивительное. Да, Матхари? Фладов. Спасибо вам, матушки. Рады. Приходите по понедельникам. Да, Матхари, вы там это... Скиньте ссылочку, может быть. Мы читаем вот еще в понедельник это. По-моему... 8 по Москве, что ли, ну, а только русские преданные, ну, без переводчиков, если есть желание. Да, да, да. Читаем что-нибудь, рады, рады. Да. Спасибо, был рад вас видеть, да, вместе с вами в эти эмоции погружаться. Удивительно. Как вам, Мадхави? Вам скажите хоть два слова, что вы сегодня? Нектар, нектар, ну, надо мне переслушивать, я такая сегодня замученная. Не переживаю. Я рада всех видеть. Рада, рада. Ну, тоже очень рада вас. Все, выключаюсь. Давайте, давайте. Рад. Ждем это самое. Я говорю, присоединяйтесь в понедельник, 8 по Москве. Ну, будем тоже погружаться. Еще дальше, еще глубже, насколько сможем. Рады, рады. Спасибо. Рады, рады, рады. Radhe Radhe Govinda Govinda.